мы собрались вместе, собрался коллектив втроем, я, Владимир Михайлович Сыркин и Павел Владимирович Коньков, которые все мы знали Белянского, было очень жалко, что он погиб, и решили издать. Ну, когда все собрали, получилось довольно-таки много. Еще в процессе сбора материалов некоторые краеведы, ученые дали статьи в этот сборник, посвященный также топонимии. И получилось довольно-таки объемное издание, и мы решили издать его так, чтобы можно было потом продолжать. И вот получился это первый сборник 2010 года. Третий выпуск мы посвятили Владимиру Вадиму Константиновичу Горобуле. Вот его портрет на обложке. Это сотрудник Крымского краеведческого музея, который сейчас называется музей, Центральный музей Тавриды в Симферополе. Он сыграл большую роль в том, чтобы популяризации топонимики вообще. Еще в советское время, когда, вы знаете, после депортации татар были все переименованы, все населенные пункты и некоторые географические объекты. Нельзя было даже упоминать крымско-татарский язык как таковой. Он ухитрялся применять слово «туркский язык», когда давал толкование. И тем не менее, ему удалось несколько путеводителей, чтобы в конце был словарик на несколько, 2-3 страницы основных таких топонимов, которые никто не знал. Негде было узнать. И вот он впервые тогда дал толкование таких основных топонимов. Здесь несколько статей, посвященных непосредственно Горобуле. Я не буду все их читать. И статьи все самого Горобули, которые взяты из разных даже не журнал, скорее газет, там, крымских типа «Красная комсомольца», «Крымская правда», посвященные отдельным топонимам.